Конец первого раунда. С Красного Рига отдыхает боксер. Представитель из Якутской области, города Караков, Амакул-Оулу Асылбек. Кандидат мастера спорта. Провел 57 боев, из них 45 побед. Боксом занимается 7 лет. Победитель международного турнира памяти братьев Арзиевых 2002 года. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Эркиева Телекматова. К данным соревнованиям подготовил Марат Тельвичика. Второй раунд. Come on.
Крис Пирора. Седьмого ринга переходит спортсмен, представители города Бишкек, Тульпайулу Мирлан, мастер спорта международного класса. Боксом занимается на протяжении 12 лет. Призер чемпионата Азии 2019 года, город Бангкок. Тренируется под руководством мастера спорта Советского Союза Нурлана Тюлебергенова. Данным соревнованием подготовил мастер спорта Советского Союза Асахалиев Эрнис. Третий раунд. Thank you.